Всем привет, дорогие друзья, с вами Рубан, и сегодня я продолжу проходить игру Асфальт 8, прохождение карьеры, и в данном случае у меня вот 50222 кредита. В прошлый раз было 47, объясню почему сейчас 50, я забрал приз, вот, заезд среды, нам дали сезонный билет, и в данном случае вот 5000 кредитов. Часть из них я потратил только что, вот, я немножко прокачал Сурвольд, вот, до первого уровня прокачал маг, ускорение, управление и нитро. Смотрите, в итоге вы Сурвольд должны будете, когда откроете девятый сезон, прокачать до макса. Теперь давайте я вам расскажу маленькую фишечку, которую используют игроки для того, чтобы фармить в девятом сезоне, где машинка должна быть обязательно макс, чтобы вы смогли катать в данных гонках. Но есть один маленький секрет. Смотрите, когда вы заходите вот сюда, тут есть пункт, ну я не знаю, сообщение или что-то, или его убрали. Ну, вроде был когда-то. Или на винде нет. В общем, не знаю. Вот на дроиде вроде был. И там, когда твой призрак друг бил, тебе приходило это сообщение. И ты смотрел, что вот в данном сообщении появлялся его призрак. И можно было загружать призрака друга и как бы сражаться с ним. Но суть в том, что ты в гонку попадал не в ранге макса, а то есть в любой прокачке в эту гонку ты мог попасть. И игроки очень часто, когда у них машинки не были в макс, и они, к примеру, сетевая машинка, и они не хотели, ну, хотели катнуть 9 сезон и получить звезды, вот так вот просили друга побить их слабого, ну, побить там, показать какого-то призрака. Они заходили на соревнования с этим призраком, вот, наверное, через асфальт трекер или я не знаю. А, вот здесь, наверное, вот правильно я. Наверное, вот тут асфальт трекер, если я правильно. В общем, тут показывал призрака, ты загружался и входил в гоночку. А вот если через девятый сезон, то там окно не активно, далее нельзя. Вот такая вот фишечка была, и можно было не в макс начинать сразу фармить Дубай. Дубай такая трасса, что там боты слабенькие, и они через трамплин, как помните, есть трамплин, который срезает дорогу, не летят, и вы срезаете дорогу, и вы как бы фармите легко, добиваете уже машинку реально в макс, а потом уже в реальности катаете в данной гонке, добиваете звезды и все так далее. В общем, кредиты фарм. Вот такая вот фишечка. Если вы на андроиде, к примеру, есть друг, вот так вот можете устроить себе и катнуть в девятом сезоне даже без макс. Это баг, но баг его использовали. Я не знаю, пофиксили его или нет на данный момент, потому что я его не использовал. Но знаю, что такой баг существует. Это вам вот такой вот маленький секретик. Ладно, поехали, давайте не будем задерживаться. Я награды с мака не взял. Там 40 тысяч, если помним. Да и брать я в принципе не хочу. Смотрите, если нам не будет хватать, мы заработали билетов. 5 билетов. Там надо взять топ-4, если я не ошибаюсь. Я не думаю, что это так трудно взять топ-4. То есть мы сможем заработать очков и немножко кредитов, если надо. Так, нокдаун. Раз, два, три, четыре, пять. Все. Скажу заранее. В этой игре бортики Токио это особый случай. Некоторые машинки на них заносит. Смотрите, сейчас Сурвольта не заносит, потому что Сурвольта слабой прокачки управляемость. Если не ошибаюсь, ну, в общем, на бортиках не заносит. Но при уже когда вы Max Pro гоните, его будет на бортике немножко заносить. Знаете это. Поэтому, если у вас прокачан Сурвольд, не удивляйтесь, его немножко заносит на бортике. Вот мы собираем нитро близких обгонов. Учитесь этому, это очень важно. Раз, два, три, четыре. Вот. Так, нас обгоняют. Ну, надо как-то... Так, спасибо за нитро. И тебе спасибо. И тебе спасибо. Так, я ладно, с этой стороны прыгну. А, блин. Вот это очень плохо вышло.
Да. Надо догнать и все занокдаунить. Обязательно старайтесь нокдаунить, чтобы они подотстали. Боты. Тут, если слабая машинка, летим обязательно везде прямо. Но если уже вот такая вот, можно вот тут спокойно делать развороты. Получать дополнительное нитро. Потом тут, помните, я рассказывал, что про как надо грамотно делать развороты. Быстренько нажимать тройное нитро там и так далее. Ну вот, когда вот мы прыгаем сверху, то же самое тут происходит. Так, да, машинки резвые. Будет немножко сложновато, но они поехали по длинному пути. Это с нитроком у нас некоторые проблемы. Но, как я сказал, дубак брать не будем. Потому что многие игроки экономят дубаки после. Поэтому тратить не хочется. Может быть, в самом конце, если будут сложные гонки, можете. Но если будете уверены, что 4 часа, там, к примеру, там хотя бы часа 2 вы катать будете. Вот так вот. Так. Близкие обгоны, почти собираем. Да, будет нелегко, я думаю. На таких вот трассах. Ну где же моя идеалка? Откуда меня собираются обогнать? Вот я это думаю. Вот, идеалка наконец-то вылетела. Неплохо. Ой, блин, я нитро пропустил. А вот это уже реально катастрофично. Нет, все. Можно сказать все, потому что с нитроком уже проблем не будет. Главное, чтобы на прямых не обогнали. Очень резко взял. Да, вот чем резче берете в развороты, тем, конечно, скорость лучше выходит, но вместе с той схемой, которую я учил вас уже в прошлых частях, не буду просто зацикливаться опять на том же. Итак, мы взяли все звезды и вперед. Вот уже 6000, видите? Что-то нам рекламку сегодня не дают. Наверное, видно, нас в богатых гонках не хотят нам рекламку давать. Давайте дуэль покатаем. Видите, эту машинку мы не можем взять, а вот эту типа фаворит тут Шелби. Ну, мне кажется, наш Кадиллак его размажет сейчас. Люблю такие гонки, где не надо думать какие-то там задания делать. А вот просто катаем. Сегодня я начал пораньше. Где-то 10.30 у меня. Без 20.11. Вот так. Сейчас на момент записи. И вот, если не устану, может быть, даже сразу две части запишу. Шестую и седьмую. Надо заканчивать до Нового года, потому что там уже я забью на долгое время на прохождение. А вот это нежелательно. Что будет в Новый год, кто знает. Может, я зайду и перекинусь на свой основной аккаунт. Ну, типа не мой, а вот аккаунт друга там у меня. Я могу иногда заходить для тестов. Мне нужна бывает чистая физика очень часто, а поскольку сейчас эмулятор тот, на котором я на андроиде с чистой физикой на Nox не могу катать, тесты делать, поскольку там секундомер, секундомер, говорю, кнопки не работают нормально, к сожалению. Старт запоздал, и тесты так невозможно пилить. Ну, хоть у друга на аккаунте я смогу пилить тест, потому что игроки... Опять я на том же месте разбился, что-то неправильно сегодня захожу, или только-только просто еще, как говорится, не раскочегарился. Ну, в общем, скоро уже тесты пилить. Он на длинную дорогу поехал. И поэтому... мне, наверное, нужен будет аккаунт друга, где машинки есть.
Он, это мой бывший аккаунт, когда-то я на нем катал, но подарил другу. И уже это его аккаунт, но иногда вот для тестов он мне одалживает, я катаю. Поэтому, когда оценивают, у меня под рукой очень часто разные аккаунты появляются, потому что я не всегда имею то, что хочу на своем аккаунте. Сетевая прокачка или что-то там такое. И мне люди, ну, знают, что я с их аккаунтами ничего не сделаю, одалживают. Я делаю тесты. И возвращаю людям аккаунты. Такое тоже бывает. Вот так вот. Ну, друзей у меня много. Всем спасибо за помощь в развитии канала. И, конечно, в том, что мы вот делаем, ну, в принципе, неплохую работу для новичков. А сегодня у меня вот, я заметил, уже 600 подписчиков. Очень приятно. Вот так вот. Не знаю, вот всем хочу сказать спасибо, что цените мой труд. Несмотря на то, что я считаю, что вот, к сожалению, наши создатели, как говорится, игрушки, они выбрали неверное направление с этими элитными машинками и губят игру. Единственный минус, я вот даже ни кнопки, ни что, вот именно вот это я считаю самым большим минусом игры. Ни донат, ни что, вот именно это, элитные машинки. Для меня это самое большое зло в этой игре. Но я катаю, я пробую наслаждаться игрой. Иногда не очень получается, к сожалению, насладиться, потому что банально есть очень много багов, которые реально бесят. Ну, вот так. Не могу долгое время сделать покатушки с друзьями из-за того, что кнопки не пофиксили. Вы посмотрите, из-за того, что была старая, они изначально сеть испортили, после, когда ее поменяли. Ну, тут максимально можно 4 звезды, поэтому мы забираем их. И продолжаем катать. Так, какую гонку бы нам выбрать? Лазурный берег без аварий. Это я не затащу, я думаю, пока что. Поэтому давайте выбирать другие гонки. Так, слалом. Это тоже достаточно сложный слалом, скажу вам. Если у вас машинка плохо прокачана, вы сюда не суетесь, вы просто очки не успеете. Скорости не хватит. Вы должны быть про-игроком в этой сфере, в слаломе, чтобы успеть это сделать. Лучше катайте вот гонки А-класса пока что. Это мой совет. Длинные трассы, они самые опасные, потому что там прокачка имеет очень важное значение. То есть ранг вашей машины, скорость, максималка. На коротких вы можете за счет нокдаунов одной-две попытки сделать все, что нужно. Так, мне нужны идеальные заезды 5, развороты 5. Отлично. Это, да, идеальные заезды 5, это, в принципе, нелегкое задание, поскольку боты могут просто банально вас столкнуть в стенку. Да, и если вы не новичок, то у вас будут проблемы, конечно, пока что с ориентацией на трассах. Это я так катаю практически с закрытыми глазами. Уже знаю трассы на зубок, где что стоит, где что надо делать. Так, спокойненько, не торопясь. Тут очень часто машинки едут. Ну, вот тут сейчас нету трафика, но трафик в основном на этой трассе вот тут. Вот. О, я надеюсь, не чиркнул стену. Было бы немножко обидно. Так, нет, идеалка вылетела. Да, на грани проехал. Вот видите, боты мешают и могут вам испортить идеальный заезд. Ну, если так случилось, вы с первой попытки не смогли пройти, дам вам один совет. Так, развороты я сделал. Делайте вот так вот. Выиграйте гонку, а потом спокойно, без нитро, за ботом или как-то, спокойно, не юзая нитро, попробуйте сделать 5 идеальных заездов. Это очень сильно помогает. Идеалки делать 4 труднее, когда машинка прокачана. Потому что чем более прокачаннее машинка, тем больше территории вы проходите за конкретное время. То есть за эти 20 секунд. И
Интересно. Все, 5 идеальных заездов есть, ничего не боимся. Спокойно катаем до финиша. Да, гонка, в принципе, такая несложная вышла. Посмотрим, шестой выдаст. Есть место для перестраховки, как говорится. Да, 6 идеалок может выдать. Это очень хорошо. В принципе, если один раз ошибиться, можно все-таки затащить. Но один раз, запомните. Так, идем к следующей гонке. Барселона, бочки, развороты. На кубке Макларена на андроиде я вот занял место в топ-10. Конечно, приятно, но, к сожалению, там пару читеров появилось. Они, один из них точно в топ-3 сидит, а может и двое даже. Там, где 500 жетонов. Обидно немножко за игроков, которые вот честно катали. Они заслужили свое топ-3. Но, к сожалению, даже на андроиде пару человек уж точно есть. И они всегда появляются, они уже поняли систему, они появляются... А, блин, тут надо бочки-то делать. Забыл совсем. И еще багануло. Прям спасибо. Ладно, давайте. Отлично. Смотрите, 6 разворотов. Все, план на развороты выполнен. Осталось бочки делать. Это длинный путь, но тут больше бочек можно сделать. Но у нас есть еще возможность. Ох, какой классный нокдаун. Так. Тут Маруси. Да, это Маруси Б2. Когда-то, вот скажу вам, были кубки намного интереснее. Потому что машинки были по разным классам. И там, к примеру, А-классе кубки выставляли и с флагманом, и с среднечковыми машинками, то есть разными категориями А-класса. И Маруся была в своей категории как бы лидер. И вот было на... у нее хорошее ускорение и плохое нитро. Маруся для меня это одна из тех машин, на которой я вроде залез или в топ-100, или в топ-150. Ну, хотя бы закрути. Так. Вот. Отлично. Это такие сложные элементы, но вы последнюю бочку не делайте, не рискуйте, а то можете разбиться. Это немножко сложновато. Тут можно попробовать сделать бочку. В принципе, да, но не получилось, к сожалению. Да, я немножко не очень взял. Ну, в общем, на этой Маруси я взял топ-150 или топ-100. Тогда за это давали жетоны. За это топ-150 или что там было. Ладно, давайте. Ошиблись, давайте сюда. Ну, короче, я взял. И тогда я еще играл на телефоне с кнопочным управлением. Это было... Я тогда очень радовался, потому что это был один из моих лучших результатов. Я очень долго катал. А, не-не-не-не. Вот это, конечно, эпично. Вот, представляете? Да, блин, всю гонку сделал. В итоге. Ладно, после я нажму на паузу и добью эту гонку. Вот обидно напоследок. Мог бы не заезжать просто. Но эти трампы, вот последние два, они немножко багованные. На них не очень хорошо крутят. И частенько может вас не докрутить, как не докрутило меня. Обидно. Я звезды забрал, но там нет. Давайте я быстренько катну, заберу и вернусь. Продолжим. Итак, я быстренько затащил. Да, видите, на 10 секунд практически быстрее проехал. Ну, неудивительно, ведь я тут не делал никаких бочек разворотов, а просто катну. Итак, следующая гонка у нас. Ну, бывает, багует, это такая вещь, не надо зацикливаться. И так, без аварий, идеальные заезды. Поехали. Смотрите. В данной игре, вот если бы я делал монтаж специальный, то это, наверное, сутки бы занимало. Ну, я сейчас записываю ERD, мне нужна программа Sony Vegas Pro. Я
использую чаще всего. Мне она нравится, мне предлагали, но мне Sony Vegas нравится. Кто бы что ни говорил. Так, нам надо 6 идеальных заездов, и в аварии попадать нельзя. То есть там надо вот, где в туннеле, мне надо быть поосторожнее. Итак, ну трафика я не особо боюсь, но не сглазить бы. А то, как я говорю, сразу в аварию попадаю, по привычке. Ну, в общем, если ставить на монтаж, то можно вырезать, там, ставить все идеально, что я вот все идеально катал. Нет, я не хочу такого. Во-первых, новички идеально катать не будут, да, и смысла нету. Ну, багануло, не получилось, не проблема. Главное показать человеку, что и где надо делать. Остальное это он должен делать. Я же не буду за вас катать, когда вы будете проходить игру. Так вот, если делать монтаж, то это займет очень большое время, поскольку... Не-не-не-не-не-не. Все. Ладно, начинаю заново, извиняюсь, что-то сегодня не идет. Я вот прям специально. И при том, что справа заезжать на этот туннель, вот с правой стороны, надо слева лучше вылетать. Но я не знаю, почему я все время залетаю на правую часть и вот заносит. Ну, я не привык, говорю, к таким медленным машинкам. Минимальная, даже в D-классе, когда мы катаем, минимальная скорость флагмана D-класса 377 км в час. То есть получается, что... Ну, в общем, ладно. Тут даже эта машинка, ну, это старая машинка, поэтому неудивительно. И да, еще не прокачанная. Едет так медленно. Короче, вот если бы ставить все на монтаж, вырезать все... Да что, я не умею, нет, у меня вот минимальные навыки у меня есть, но в данном случае получится, что я очень долго, потому что я записал прохождение карьеры по формату 2.6.0 обнове, тогда еще сеть не изменилась, была старой версии, я думал залить, но руки никак не доходили до монтажа видео. Когда я делаю монтаж, если заметите, то монтажированных видео вот так надо, слева надо заезжать вообще грамотно и вот так классно летать. Вот, в общем, когда делаю монтаж, если заметите, то у меня там качество 1080, автоматом ставлю при монтаже, а вот когда без монтажа заливаю, просто ставлю большое окно, катаю, и там 720 минимум выдает. Ну, в принципе, нормально, хватает для просмотра, не смазано особо. Но зато так я могу сразу записать и залить. То есть это для каток всего такого, наверное, более удобно для большого объема видео, особенно если ты хочешь часто выпускать такие видео. Вот гад забрал мою нитрак. Ладно, я еще и в аварию. Ну это просто... Как я ненавижу вас, боты, реально. Ладно, с авариями так с авариями бывает. Ну что ж, зря я тогда-то, получается, перезагрузился. И сглазил себя, когда сказал, что трафика не боюсь. Да, вот если вы немножко побаиваетесь трафика, то совет вам, если вы на винде играете, просто поставьте низкое качество, там он пропадет, трафик. Если вот такие вот проблемы у вас. Так, поехал этот направо, то есть по длинному он нам уже не угроза. Но боты они такие, что вот расскажу вам про некоторые баги с этими ботами. Смотрите, в Неваде реверс есть такой баг. Ой, бота нокдаун, или он попадает в начале гонки в аварии, и он телепортируется почти к финишу. Вот такая вот фишка есть на некоторых трассах. Ну, в общем, этот бот телепортируется к финишу. У многих такое случалось. Особенно это, ну, в простой гонке, понятно, это не сильно бесит. Но представьте, что вот даже вот при прохождении карьеры или что-то такое. Ну, представьте, вот вы катаете РД или Эндюро, где надо приехать первым.
И вдруг бот бьет и телепортируется. Вы проигрываете гонку и жетоны. А там 200 жетонов уходит только на то, чтобы повторно гонку пройти. То есть получается, что не из-за вашей вины вам приходится, или вам придется там кучу очков, которые вы там 2-3 часа катали, сохраненные слить. То есть вот такая вот проблема есть. А я вот даже не знаю, пределки хотя бы сделал, да, хотя бы сделал. Ну что, жаль, конечно, да, боты нам помешали, но ничего, ладно, бывает. Это жизнь. Я говорю, друг, это жизнь. Так, поехали дальше. Я вообще не заморачиваюсь, но я цель взять 400 звезд на данный момент, и после мы закончим записывать эту часть. Венеция, в принципе, неплохо, и тут достаточно высокий ранг. Ну, давайте Машеньку на один пункт отнем, качнем. Вот так вот. 1212. Я не знаю, получится или нет. Ну, тут... вот у нас еще одна гонка А-класса. Нет, мы катаем пока что А-класс. Я тут что, вообще не качал? Ну, можно вот так вот. И это все по одному пункту. Мы немало слили на Сурвольт, но эта машинка, говорю, вот если на остальных я бы немножко скупердяничаю качать, то на Сурвольте нет, потому что в итоге его надо макс, чтобы в Дубае в первую очередь начать фармить, там 4 с чем-то будут давать. Легче всего, наверное, добить все-таки Сурвольт в итоге с точки зрения кредитов. Так, тут 6 идеальных заездов, вот это будет немножко сложновато, трасса короткая. Надеемся, по времени хватит. Сейчас, смотрите, покажу фишку. В чем суть? Когда вы прыгаете от трамплина к трамплину, вот вниз, в реверсе, в некоторых местах надо нажимать, как обрабатывается кочка. Влево тормоз и тройное нитро. То есть в данном случае вы как бы как к кочке относитесь, когда вот прыгаете вниз, и скорость не падает при падении на вот следующий мостик. Не на всех мостиках это надо делать. Обычно делается на первом, и так, второй пропускаем, и на третьем вроде как мостике. Если через мостики ехать, а то скорость падает и... Так, не будем рисковать. Без аварий, да, вот эти пункты без аварий я в РД когда катал, там очень много пунктов в этом новом РД Араши, который вот я прохожу. 57 тест на данный момент, там 60 я уже прошел, 57 тестов, то есть вот смотрите, на этом вот у меня достаточно сложно, это не легкий элемент заранее, но я не буду рисковать, парни, там без аварий, я забыл совсем. То могу в аварию попасть. Да, машинка медленная, поэтому, опять же говорю, на быстрых машинках это в итоге лучше работает. На медленных иногда и не надо делать. Ну вот, маленькие нюансы. Так. Интересно, я смогу сделать 6 идеально. Я буду ехать вот так. Без нитрака. Спокойно так. Посмотрим. Ну давай-ка идеалку. Вот, еще одна. И может, я предполагаю, что еще одну все-таки смогу получить до финиша, если вот так катну. Смотрите, нитро не юзай. Суть в том, чтобы ехать медленно, то есть спокойно, не юзай нитро, но главное получить идеальный заезд. Ну давай, вылетай. Ждем. Так, все. Газуем до финиша. На тройном. Отлично сделали. Давайте посмотрим, что за гонки у нас тут есть в третьей части. Так, Audi TTS 9000. Возможно, купим еще эту машинку. Я хочу посмотреть. Так, второй сезон.
У меня вроде закрыт только S-класса третий сезон. У меня тут реально так мало машинок. Lamborghini Urus, Cadillac, это все фигня. Фигня, фигня. Ну, в общем, тут особых гонок нету, кроме как Audi TTS, если брать. То есть второй, третий сезон нам тоже не особо нужен. Вот. Эта машинка, Scion. Ну, неплохая машинка, но пока что мы ее не берем. Так, смотрим, ищем. Не торопясь, что-то может да и попадется. Нет, ничего. Вот тут есть Chevrolet. Интересно, что тут у нас? Да, я не помню, я эту гонку катал, не катал, что ли? Не понял. Тут вроде показывало, что... Или мне показалось, что звезд нет. Уже глаза двоится. Ладно, тут вроде тоже ничего. И вот переходим к этому сезону. Тут Ford. Что за Форды у нас есть? Нету никаких серьезных. Говорю, вот можете Ford взять, в принципе, вот эту машинку тоже. Но я взял Камара, мне Камара больше нравится. Кому что нравится. Так, электромашинки. Так. Вот, Сурвольт. Отлично подходит, классно. Давайте катать. Видите, нашли гоночку в электро. Нам надо сделать, что там, 6 нокдаунов, да? Да, поехали. Ну, тут никто не должен, в принципе. Это должна быть у всех легкая гонка. И дрифт. Так. Я пока вот так сделаю. И остановлюсь. Подожду наших соперников. Пусть проеду. Давайте, давайте, проезжайте, чтобы потом вас заноптать. Я думаю, 6 мы набили. Все. Поехали дальше. Теперь уже просто остается дрифтовать немножко. Ну, в принципе, тут змейки я еще буду дрифтовать, поэтому не тороплюсь вообще специально дрифтить. Мне еще и много, думаю, придется. Видите, я микродрифтами заехал в поворот. То есть этот первый поворот. Можно микродрифтами пройти. Управление не качественное, поэтому дрифт немножко широковатый. Но в принципе он у Сурвольта не особо такой резкий. Средненький, приятный такой. Но без управления, конечно, он широковат. Так. Вот тут все равно дрифтовать пришлось бы, поэтому я не дрифтовал изначально, специально для метража. Так, едем спокойненько. Вот тут есть некоторые места, где блюр очень сильно мешает, и глазам как бы больно. На некоторых устройствах, где вот плохое качество, там даже приятнее в эти моменты, потому что не сильно светит глаза, и ты спокойно катаешь. Теперь дрифтуем. Видите, по-любому мы бы больше 600 и так бы собрали. Вот эти баночки, не знаю, правильно или нет, в принципе, по радиусу вроде как лучше ехать. Ну, когда как. По настроению. Да, сегодня не очень хорошо я начал. Много аварий, ошибочек. Ну, в принципе, знаете, удивительно, что когда я записывал часть 2.6.0, то есть по версии, карьеру. Там я такие фишки делал. Мне даже обидно, что вот не то заливать приходится. Там и шорткаты всякие выходили очень легко. Там я на в Исландии так классно делал шорткат. И всякие гличи выходили разные. И когда вот сетку обновили, мне так стало обидно, что я вот эту часть в итоге не залил.
Ой, блин. Да, ну иногда ну, не вышло. Не знаю, не подумал, что вылетит машинка, но в принципе, по логике, если в первом повороте вы не видите, то предполагайте, что вот там вылетит. То есть там так, а один раз в одном повороте, второй раз в другом повороте против встречки, то есть вылетает машинка. Это учтите. Я говорю, так-то немножко обидно стало. И тогда, когда я записывал вот эту фишку с большим окном, я не использовал. Использовал среднее окно, а при обработке выдавалось качество 480. Мне это не нравилось, и я решил только после монтажа. А так качество хорошее, просто окно, поскольку я выбирал не очень большое, чтобы гигабайтами не загружать. Но все равно там порядка 10 выходит минимум. Ну что ж, мы спокойно катнули, звезды забрали. И вот у нас уже 366 звезды. Так, Лондон. Идеальные заезды. В принципе, нетрудно должно быть, видите. Мы спокойно, вот надо искать гонки, не надо торопиться влезать в все сложные гонки. Искать, катать, качать. Вот сейчас уже, думаю, по чуть-чуть уже... Так, делаем акцент на 140 тысяч. Ну, если вам повезет и в кубке будет неплохая сумма кредита, вот почему я все время держу, надо катать кубки, надо катать, неважно какое место, там есть постоянные призы за всего лишь то, что вы победили ботов. Вы можете сразу же поднять немалую сумму, к примеру, 40 тысяч, как я на Маке поднял. Но я этот приз не беру специально. Да. Так. Да. И в итоге вы сильно можете облегчить себе, как говорится, жизнь. Недавно видел новый кубок. Из будущего, можно так сказать, память скрин скинули, там вроде как наградах Mercedes BMW, извиняюсь, M2, опять же, вроде типа, если кто-то там не затащил, заново, наверное, затащит, там всего лишь надо катнуть гонки и все, до финиша доехать, 6-7 дней подряд, каждый раз гонка, ну такая вот подарочная акция. Ну я, как сказал, в данном случае, это делается для того, чтобы мы получили бесплатно эту элитную машинку, а потом, чтобы на ней катать, каждые 4 гонки надо или ждать 2,5 часа, или заливать 250 жетонов. Грабеж натуральный, но что поделаешь. Машинка, она сетевая, достаточно хорошо себя чувствует. В борьбе с Симбой, так называемой Шелби Кобра. Да, к сожалению, Кобра уже очень сильно теряет, и даже в рангах 1100-1200 своей позиции уже многие могут и жить подпортить. Обидно, а когда-то ради Кобры я реально очень старался, но, к сожалению, благодаря советам одного доброго человека, который вот дал неверную прокачку вот, ютубера одного, я испортил ее, и с того момента я особо на ней не катал, поэтому Кобра я так и не смог насладиться. Ну что поделать, бывало, что я вот катал на ней, но это было не то. Потом оказалось, что я неправильно прокачал, и у меня максималка на 20 ниже, чем надо. Вот так вот, друзья. Поэтому, когда я советую кому-то что-то качать, я обязательно хочу свериться, чтобы эта прокачка была хотя бы такой, чтобы машинку не испортить. Ну что ж, посмотрим. Все мы четко сделали. Видите, рекламку не выдают сегодня для дубляжа. Так, и у нас посмотрим, что за машинки есть.
Феррари, все, фигня, фигня. Нету тут ничего. А вот тут у нас есть класс Б нокдауны. Давайте. В принципе, должны спокойно сделать. Как только откроем седьмой сезон, уже по чуть-чуть будет реально сложновато. Сейчас пока что не так сложно. Но говорю вам, с той точки зрения, что ботов немножко поменяли, гонки немножко стали сложнее. А, блин. Ну да. Ну это нокдаун, поэтому я не особо парюсь. Даже вот сейчас мы опять же главного соперника нашего за нокдауне. Мы вперед ноготь ботов. Итак, второй нокдаун без аварий. Надо догонять эту парочку. О, тут даже парочку. Видите, Кеплер. Когда-то Кеплер вообще по мини. Когда я проходил, Кеплера по мини даже не было. Но с каждым разом ботов обновляют. Интересно. Полетели вот так, а потом... Видите, какой грязный вариант. Очень часто боты вот так вот стоят. Так, наш соперник нас догоняет. Надо бы понокдаунить несколько машинок. Мы уже план на 6 нокдаунов выполнили. Просто надо обыгрывать бота. Я вот так поеду. Потому что тут было 2 тачки. Дрифта я еще не сделал. Так, дрифтуем. 1200 надо задрифтовать. Так. Отличненько. И наблюдаем, где наш соперник. Видите, вот такая вот грязная стойка. Особенно, когда вот без аварий стоит, и ты прям не замечаешь и въезжаешь в него. Да, иногда он есть, но ты и в аварии. Это вот такая вот грязная фишка с точки зрения ботов. Ну, это подстава от лотов. Все, я все четко сделал. И на крышу, знаете, как классно. Я специально сделал, честно скажу. Метил в него, хотел сделать бочку и прям ему на крышу. И вышло, как я задумывал. Классно. Люблю такие фишки. Красиво выходит. Так, так. Вот. Ну, разогрелся. Я уже... Вот правильный путь. О, как классно. Видите, прибавку скорости даже получили. Некоторую. Классно мы бочку сделали. Можно еще лучше там вообще ускорение получить от моста. На слабых машинках это возможно, а быстрых это будет очень сложно сделать. Так, у нас 376 звезд. И мы, в принципе, неплохо сейчас пока что чувствуем себя. С точки зрения звездочек. Так, ну что ж, нам дочь надо катнуть. Смотрите, тут есть одна фишка. На этом дочь дарте можно катать. Забрать идеальные заезды и дрип. Но, я катал, скажу почему но. Вы можете просто не доехать до финиша, потому что там есть определенное время, после которого машинка идет в дисквалификацию. После финиша ботов. То есть вы можете просто не успеть в этой рамке. Это тоже учитывайте. Так, мы берем... Ну, седьмой у нас закрыт. И мы берем вот в эту гонку. Венецию. Поехали. Нам осталось собрать всего лишь с 5 гонок звезды. Можно купить одну дешевую машинку, если что. Там 1009. Например, Audi TTS или что-то там интересное.
Посмотрим, что нам более выгодно в данном случае. Какая гонка? Вот помните, я говорил, что до 5000 начало. Потом можно немножко планку. Ой-ой-ой. Нет, слава богу, без аварий тут нету. Но мне придется понабегаться сейчас, потому что боты сильные. Ранг у них высокий, и нам надо будет. Разворота, да? Или... Не, время в воздухе. Блин. Да. Сильно отстаю, это не очень хорошо. Нельзя отставать от ботов. Нокдаун, я думаю, уже сделал. Все. Теперь гоняем до финиша. Просто отрываемся и убегаем. Будет трудновато, конечно, это сделать. Но узкие улочки Венеции дают возможность обороняться. Не бойтесь нокдауни. Смотрите, где эта желтая тварь, как говорится, за вами едет. Справа или слева. Зажимайте стенки, нокдауньте. Обороняйтесь как можете. Это не только скилл быстрее проехать ботов, но еще и скилл обороняться и делать нокдауны. Отлично. Очень чистенько я проехал. Теперь я вам покажу боевую катку на трассе Венеция. Как надо на ней катать. Так, микродрифтами залетели. Не заноси, не заноси меня. Отлично. Где-то что-то. Да, к сожалению, нитра немножко не хватило. Да, желтая. Итак. Ну, вот так надо ехать. Тут максимально близко, сразу вправо. Видите, классно. Неплохая такая скорость, в принципе. Видите, как начали в боевом режиме. Да, когда я вот сосредоточенно катаю именно гонку, я, конечно, катаю намного лучше. Не думаю ни о каких там. Тут развороты делать не надо. Но я типа для нитро сделал. Но сделал очень коряво. И тут делаем бочку, если у машинки не изначально не хватает нитро. Но на многих машинках хватает, бочку делать не надо. Так. Получаем ускорение. Еще раз тройное. Ой, да, везло. Вернулся. Думаю, все пункты сделал. Да, отлично. Ну что ж, вот так вот в боевом режиме второй круг катнули. Первым вложили по полной, но все звезды забрали. Что самое главное... 381 звезда. Тут смотрите, у нас тут есть без аварий. Есть несколько гонок, где я могу где-то до 4-5. Вот тут еще дофига. О, видите, сколько гонок. Я и не заметил. Давайте катать в шестом сезоне. Так. Мы должны, в принципе, легко пройти. Тут главное не дать себя заразить. Почему? Потому что тут, если заразят, ты взорвешься, и это считается за аварию. Так, нокдауним всех, чтобы отстали от нас. И уже используем данный отрывчик. Спокойно катаем. Теперь в боевом режиме пройдем трассу Альпы. По крайней мере, первый круг. А потом уже можно... Так, тут делаем бочку, и в том случае, если с нитроком проблемы. А так не делаем бочку. Едем прямо. Смотрите, видите, я обработал кочку. Вы заметили, и в данном случае сразу скорость вернулась. Так, нельзя давать себя заразить.
Так, надо здесь становать. Тут грамотно пока идти. Умники меня не догнали. И после уже, я думаю, хватит. Как бы там, да, все. Отлично. Ну что ж, план минимум мы выполнили. Теперь надо не дать им догнать тебя. Просто банально не дать догнать. Это опять же в боевом режиме катаем. И спокойненько так. Главное грамотно проходить трассу с точки зрения траектории. То есть не ехать не по длинным путям, чтобы они тебя не догнали. Видите, сразу моментально вот я сделал обработку кочки, как я говорил, влево или вправо тормоза и тройное нитро. На акселе они немножко, наверное, наклоняют. Я даже не на акселе катаю. И быстро потом в тормоз нитро жмут. Или может не наклоняют. Я не знаю, в общем, как у них. У них немножко другое. А вот на кнопках вот такая вот схема. Я не буду делать бочку, рисковать, а сделаю разворот. Такая разница, в принципе. Видите, грамотно гоночку катнули. Используем, не сразу начинаем дрифтовать, взяли и заразили, а пока они не будут отставать прилично, и тогда уже можно спокойно дрифт делать. Вот. Так, у нас 90, смотрите, у нас 92 жетона. В принципе, если вы сможете до сотки набрать, можно взять двойные кредиты, покатать, и там вы быстрее все сделаете, но это, как говорится, кому как. Так, это первая гонка, опять же, ну, 100 ранга, это не катастрофично, в принципе, мы можем катнуть. Итак, у нас 386 звезд, вот уже почти час, вот скоро мы откроем седьмой сезон. Возможно, я еще одну часть сегодня все-таки запишу. Медленно. Мне надо 6 нокдаунов, поэтому я не тороплюсь. Так, давай. Раз, два, три, четыре. Я уже думаю, шестерку я сделал. Все. Поехали. Отрываться. Идеальный заезд. Это уже гонка, как говорится. Ну что ж, план минимум выполнили. Вот первая идеалка. Я не нажимал на тормоз, потому что если очень медленно едешь, идеалка может не засчитаться. Вот такая фишка тоже есть, я заметил. И там стоячие автобусы, вот когда узкого прохода проезжаете, вот там автобус, если черкнете, идеалку не выдаст. Знаете, это считается за то, что вы черкнули стены. Отлично. Я вот, видите, там не вылетел спротив, значит, вылетать должно было тут. И я уже предполагал, что вылетит какая-то машинка, поэтому сделал немножко шире. Или очень узко надо брать, чтобы внутренним радиус. Что сложнее, но вполне реализуемо. Не так, чтобы вот надо обязательно снаружи ехать. Но просто нам это не нужно. Мы спокойно катаем, собираем идеалки. Видите, если машинка по радиусу входит в этот поворот, обязательно входите по радиусу. Это лучше. Переход на идеалку всегда дает потерю времени. Если на тройной, а особенно потери нету, но на идеалку, когда вы переходите, вы в этот момент, пока нитро дойдет, пока опять максимальная скорость включится, то вы теряете. Иногда бывает, что игроки вот чисто на одной нитро по радиусу входят во все повороты. Лишь из-за того, чтобы не терять время. Так. А теперь хочу еще одну фишку показать, если получится. Так, давайте. Блин, не вышло. Вот, ужас на колесах, раз. А, тут надо быть осторожными. Это не выходит. Вот, внутри проехал. Не знаю, тут будет или нет. Да, но немножко с опозданием вылетело. Всегда смотрите на трафик.
приблизительно сможете предугадать. Так, давайте эту машинку мы врежемся. Так, еще один ужас на колесах. Давайте еще раз. А, не получается. Ладно, неважно. В общем, если частенько вот чиркая проезжать, делать ужас на колесах, то вам может еще одна доп. Нитро вылететь. Называется проезд в потоке. Вот такая фишка есть. Это как бы иногда юзается, но очень редко. Ну что ж, мы опять же затащили спокойненько. 391 звезда. Тут у нас две гонки есть. Электро, посмотрим, что это за гонка. 1350. Ого, ого, ого. Будет сложно, парни. Я помню эту гонку. Будет сложновато. Нокдаун и 6, развороты 4. Если мы сможем взять там машинки S-класса, несмотря на то, что ранг не очень большой, но там машинки S-класса. Вот они. Мерседес. Блин. С ними проблема. Давай, давай. Ой, блин, не заметил, что тут трафик есть. Черт, а тут падаешь, сразу откидывает назад. Что делать? Заново начать? Лучше заново начать, не буду мучить себя. А, нокдаун и 4 разворота, 6. Блин, я наоборот. Вот это получше, наверное. Сейчас проверюсь. Ой. Да. За последнюю неделю столько видео записал, что уже прям... Так, давай, давай, давай. Так. А, не, нокдаун еще все-таки я был прав. Давайте спокойненько так. Трудная гонка нас ждет, заранее говорю. А вот они оторвались, блин. Ну там Сурвальд, с ними полегче будет. Главное, чтобы они в аварию не попали, и я смог их занокдаунить. Давайте, друзья, раз, два, заберу нитро. Вот, теперь уже пора догонять их. Потому что будет, ой, как нелегко. Сложная гонка, я ее проходил, и он едет не по тому пути. Но все равно он очень быстрый. Так. Вот, все. Вроде как 6 нокдаунов есть. Блин, сволочь, мне нитро украла. Так, отлично. Ну что ж, теперь надо просто не давать им. Вот, обороняемся. Вот про что я говорил, что надо уметь обороняться. Да, не зря мы заново начали. Помните, тут если взрывается лишь что, очень сильно откидывает назад. Я просто не заметил, что там трафик есть, и вот... Мне тут, наверное, надо будет бочку делать. Отлично. Классная такая бочка. Видите, даже времени секундомера не выдала. Вот такая вот. Отлично, еще и близкий обгон. Теперь. Дотяни, дотяни. Так. Да.
пока что не даем даже близко подойти, и это очень хорошо. Очень классно. Катнули, а бочка мне вообще очень понравилась. Очень низкая такая. Очень кайф. Вот такие бочки, это топовые бочки. Я буду вот так ехать. Неправильный путь, немножко длинноватый, но все равно. Мы уже затащили гонку. Если никакого взрыва или аварии не будет. Все. Классная, сложная, достаточно такая трудовая победа. Видите, ранг 300 в разе, 330 ранга разницы, понимаете? Вот, несмотря на то, что там пишется, но там пишется потому, что расчет идет, что они на 150 ранга еще выше будут. Вот такая вот фишка. Нам еще одну гонку осталось катнуть. D-класс, иногда он и без аварий. Но тут надо брать, где там мой? Где же мой любимый мини-купер? Купер, купер, купер. Где ты? Вот он. У нас 8. Ну, в принципе, неплохо. Посмотрим. Должны спокойно сделать эту гонку и открыть 7-й сезон. В принципе. И после этого уже я заканчиваю эту часть. И, возможно, сразу же перехожу уже к 7-й части. Вот она. Долетай, долетай. Отлично. Все. Все сделано. Спокойненько. Отлично. Ну что ж, теперь опять же в боевом режиме катаем. Ой, блин. Думал проскользнуть, но не очень чистенько вышло. Тут возьмем немножко повыше, чтобы время в воздухе засчиталось. Но думаю, с этим проблем не должно быть, потому что прыгать и прыгать, как говорится, очень много мест есть. Тут езжайте прямо в данной гонке, чтобы спокойно долететь, а то можете не долететь, машинка медленная. Вот сверху, вниз прыгать не надо. Тут вот грамотно делайте вот тут бочку. Вот, классно, все, чистенько сделали. Делайте бочку. Это правильный путь прохождения этой трассы. Теперь я покажу вам, как надо правильно проходить Сан-Диего Реверс. А, блин, не долечу. Не долечу. Обидно. Да. Вот сейчас могут догнать, но не, в принципе, нормально пока что. Нам машинка очень медленная, поэтому я не долетел. Но в данном случае надо было, там делаешь на прямом трамплине бочку. Это вообще для кубков, если вот про уровень. Делаешь бочку, потом... Ну, тут надо показывать, не рассказывать. Ладно, в следующий раз, когда будет вот Сан-Диего Реверс, и будет машинка побыстрее, я вам попробую показать. А видите, баганула машинку. Ну ничего, в принципе, я рад. Три бочки, нитро заполнилось. И вот тут, видите, еле долетает. Я хочу делать бочку, но если сделаю бочку, просто не долетит. Или вот. Ну тут. В общем, план выполнили, неважно. Тут, вот если не долетает, надо вправо, вот так вот. Не бойтесь, когда что-то не получается, есть место, куда вот прыгать, не в аварию, то пробуйте туда нырять. Вот так вот. Ну что ж, мы только что, я думаю, открыли 7-й сезон, отлично. 118 тысяч, друзья мои. Нужно, можно сказать, нам немножко поднапрячься, и уже в следующем сезоне мы купим Venana, и это уже будет супер просто, потому что после нам уже нечего покупать, просто будем качать машинки, добивать дополнительные звезды, вот так вот. Мы 7-й сезон открыли, на этом я собираюсь закончить сегодня.
Надеюсь, часть вам понравилась. Да, были немножко косячные гонки, ну что поделать, так бывает. И в принципе, с точки зрения игрока, который вот новичка, который будет проходить, он так и будет. Идеальные гонки ничего не дает, в принципе. Такого не бывает. Все новички косячат, поэтому я даже рад. И монтажа делать не буду. Вот, в отличие от многих, которые делают монтаж, там дважды катают, чтобы хорошая гонка была, нет. Поэтому всем спасибо и пока. С вами был Рубен. Надеюсь, видео вам понравилось. Ждите меня уже в следующей части. Думаю, сразу же начну записывать. До свидания.